Я отреставрировал карбон. Имейте в виду. Ее кто-то выкинул. Спасибо огромное, просто сегодня огромная очередь, да, за вами. Если есть возможность, то мы уступим место следующему. Мы все поняли, спасибо, будем иметь вас в виду. Да я же только начал. Мы уже все равно все поняли, спасибо. Да подождите, я же нужно играть. Да нет, спасибо, мы все поняли. Но это некрасиво, я же сижу здесь. Я понимаю, мы тоже здесь сидим. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Чешуин Андрей, город Киров. А номер поднимите, пожалуйста, товарищ Андрей. Пожалуйста. Ага, спасибо. Сколько вам лет? 19 лет, пекарь-кондитер третьего разряда. Так. 2 года назад начал писать песни. Заметно. После смерти отца вот появился талант. Песни у меня сочиняются за 20-30 минут максимум. Угу. И для вас я вот готовил песню, она называется «Мама». Вот, гравировка, вот это, кстати, мое имя. Вот, готовил песню, она называется «Мама», и вот по дороге вот вчера вот выехал, сочинил песню, посвященную программе «Минута славы». Я хотел бы, чтобы вы обе песни выслушали, потому что обе песни очень красивые. Давайте начнем с песни про «Минуту славы». Талантов много в нашем мире, необъятно каждый талант. По-своему хорош. Ты музыкант, поешь ты или пляшешь, в минуте славы место ты себе найдешь. Ты музыкант, поешь ты или пляшешь, в минуте славы место ты себе найдешь. Программа эта с очень доброю душой, жюри здесь доброе и честное. Я город Киров представляю свой родной. Программе милой посвящаю эту песню я город Киров представляю свой родной. Программе милой посвящаю эту песню я к вам приехал не за призом и победой, а от души вам эту песню подарить. Я рад, что есть у нас минута славы, и что талант народа будет вечно жить. Я рад, что есть у нас минута славы, и что талант народа будет вечно жить. Спасибо огромное. Ура! И еще песня про маму очень душевная. Давай. Можно спеть? Давайте. Очень много, а ты, мама моя,
лишь одна. И горжусь я тобою, родная, и спасибо, что жизнь мне дала. Я желаю тебе только счастья, чтоб печали прошли стороной. Ведь на свете дороже всех мама и поклон до земли ей большой. И поклон до земли ей большой. Эта песня была написана за 20 минут. Меня зовут Анатолий. Если позволите, я исполню так несколько, по куплетику там из, несколько песен. И исполню, может быть, в конце так один эпизодик вальса. Давайте. Малиновки заслышав голосок, помню я забытые свидания. Ты жердочки березовый мосток, на тихой речушкой без названия. Прошу тебя, час розовый, напой тихонько мне. Как дорог край березовый, малиновой заре. Как дорог край березовый, малиновой заре. Как я, никто не приголубит так, как я, никто не поцелует так, как я, любимая, хорошая моя. Но где же ты, любовь моя? Для кого ж твои глазки горят? А для кого ж твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Моя Мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, Мура-Мурочка моя. А тебе жилося плохо между нами, а лень хватало барахла. А тебе жилося, да плохо ж между нами, а лень хватало барахла. Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухарила всю нашу малину, и за это финку получай. Ты зашухарила всю нашу малину, и за это финку получай. Спасибо. Или у вас еще что-то? Но мы уже, в принципе, все поняли, все записали, все себе пометили. Шанс есть? Всех всегда есть шанс. Ладно, все, спасибо. И у вас, спасибо. В принципе, у меня есть что исполнить, хотя вальс. Окей, если мы будем испытывать потребность, обязательно. Спасибо. Все, спасибо, до свидания, всего доброго, удачи вам.